И всем привет, ребят, с вами Трэш Фри Файр. И на этом видеоролике я покажу свои настройки на BlueStacks 4. Вот такая версия, пацаны. Подписывайтесь на канал и поставьте лайк, и нажмите на колокольчик. Напишите в комментариях, если у вас телефон есть, название своего телефона, если вы телефончик. Я в следующем ролике настрою на все модели телефон. Ну погнали, сейчас проверим, как у меня летит. Ну, хайлайты можете смотреть. Я там выкладываю стримы, хайлайты. Так что подписывайтесь на канал. Вот как у меня летит. С первого раза. Чуть настрою. Настройки. Вот стекла хорошо летит. Стекла нормально, пацаны. Видите, как летит? У меня никакие софты, никакие читы. Перестал летит. Давайте после этого ультиматум ставим. Но на этого фото можно на все оружие взять. Вот сумка. Еще СВД. Вот СВД тоже. Вот, я не прицеливаюсь, и вот так. Так нужно тянуть. Ну вот так и сразу случайно прицел. Вот слева нужно право. Снизу право. Сейчас. Вот сюда и вот так. Кто не знает. Вот другие оружия тоже проверим. На этого кота потом в ультиматуме. Вот, смотрите, сразу летит. XM хорошо летит. Многие любят АК. Если вот так играть, то хорошо летит. Еще какое оружие есть? Вот такая МК. Ну нормально летит. Но не все голову, но нормально. Вот видите, все голову. Ну с фамоса тоже попробуем. Многие любят фамоса. Но с фамоса не очень летит. Вот, все три в голову. Ну, медленно надо тянуть. Ну, чувствительность нормальная, пацаны. Чувствительность. СКС. И СКАР попробуем, и все. Вот видите, все летит. Че? Иногда летит. Вот. Нужно софты скачать, потом на видосик смотреть. Попробуем. Скар есть. Скар код и скар. Скар. Где? Вот. Вот все в голову идет. Смотрите, вот все в голову.
Ну, если в голову попадает, смотри. Куда? Вот видите? Все в голову, пацаны. Советую это, эти настройки. Все, уже переходим к настройкам. Вот. Но главное — это чувствительность мыши X. Если ваша рука медленная, можете понизить эти двое. Ну, это U вот такой вперед тянет. Чувствительность вертикально, а X это горизонтально. Чувствительность геймпада 8, стик геймпада нету, ускоритель мыши фалс и тру есть, фалс ставим, корректировка 16450. И смотрите, ребят, вот здесь должна быть вот такая белая. Ну как делать эту белую? Вот так нажимаем и вот так ставим. Ну, так получится, у меня уже есть. И еще что показать, но здесь ничего нет. Теперь покажу сейчас настройки. Вот здесь настройки. Движок. Выбрать другие, если у вас... Ну, у меня ядра 8. КПУ. У меня ядра 8. Если у вас тоже 8, то ставите 6. Если у вас 6 ядра, то ставите 3 ставите. Если у вас всего лишь 4, то ставите 2. Вот здесь средние 2. Вы, если у вас много ядра, выбрать другие. Ну вот здесь вы ставьте 4 гигабайта. У меня выгнали из тренировки. Здесь производительность OpenGL, но это не нужен, но ставьте, как я говорю. Частота кадров FPS, если вот здесь можете прочитать. Особенно на слабых ПК. Если 60 FPS для более плавного геймплея может влиять на производительность, особенно на слабых ПК. Ну, 30 FPS ставьте, если у вас 60. Вот. Авто. Ну вот это можете сами ставить. Я сделала самую большую, потому что монитор большой. Тройство параметров. Давайте параметры покажу. Вот медленно показал. Ну, уведомления не нужны. Чувствительность мыши. Если у вас медленная рука, или вообще можете повысить или унизить. Горячие клавиши не нужны. А продукт. Давайте сначала покажу я вам. Не показал еще. Обзор на 100. Если у вас чувствительность огромная, можете понизить. Вот помощь. Вот здесь вот как я. Смотрите. Внимательно. Все делайте как я, а то у вас не сможет. Не работает. Чем она превращается? Витамины основные. Но это не нужно. Давайте худ. Покажу. Вот кнопка огня 11 и 10. Это 30. Но это не надо. Главное — кнопка огня, пацаны. Кнопка огня. Вы можете себе куда-то ставить эти вещи, куда хотите. Ну все,
Я показал все мои настройки. Ну, еще есть чувствительность мыши, но я ничего не трогал к чувствительности мыши. Давайте, вот я еще раз показал, без никаких пауз. Сейчас сыграю ультиматум 1-1 с кем-то. Хоть, ну, под попался какой-то. Хороший игрок, не знаю. Выбери тип. Десерт тип. Чего? Давайте заново бой, но это какой-то вот с нормальным игроком буду. Наверное, этот нормальный игрок. Покажу сейчас настройки. Но это нормальный игрок. Нормальный игрок. Еще вот все. Нормальное оружие выбирает. Ну все сразу мне нужно было выбрать. И все нужно. Сразу полетел. У меня джойстик улетел. Если у вас тоже джойстик улетает, то нажмите на это. Чего есть здесь? Сразу полетел. Видите? С СВД попробую. С СВД. С СВД или СВД. Напишите в комментариях. Сразу полетит. Смотрите. Не выходит крыса. Уходи. Сейчас я к нему сам пойду. Вот он не заезжал меня. Но он тоже будет. Вот, видите? Но он бот. Шоу Кинг. Я без прицела буду играть. Он сейчас мне в голову даст. Хорош. Ну вот я говорю. Он Крис. Нормальный аккаунт, но он будет сам. Ну, с АВМ не летит. Стройки с АВМ нет. Вот все. Отлично. Сейчас в кулу, без прицела в кулу, да? Без прицела. Он играет. Давайте с прицелом. Я хочу в кулу дать, нет. Вот, пацаны, вот. Вот такой у нас ролик получился. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Напишите в комментариях название своего устройства, телефона. И я в следующем видео настрою все телефоны. С вами был Crash Free Fire и всем пока. И не забудьте подписаться на канал, если у вас не летит с ПК. Ну чуть-чуть понизьте здесь чувствительность. И всем пока.